И еще одна одесская история. На взятках пойманы чиновники обладминистрации и Госпродпотребслужбы. Они, как сообщили в нацполиции, получили почти 85 тысяч гривен от директора сети автозаправочных станций. Деньги вымогали в обмен на выдачу разрешений на работу 9 АЗС. Бизнесмен пошел в полицию, коррупционеров задержали с поличным во время передачи денег. Суммы распределили в зависимости от должности. 70 тысяч гривен начальнику отдела департамента экологии Одесской обладминистрации, 8 тысяч руководителю подразделения Госпродпотребслужбы, а вот инженеру причиталось всего 5. Факт неправомерной выгоды задокументирован, сейчас ему дается правовая квалификация, ведутся следственные действия. Это позиция руководства области, позиция руководителя главки всех силовых ведомств в Одессе, чтобы активно включиться и вычищать вот тех взяточников.